Сейчас на льду буду танцевать с бубном. Всем привет, вы на канале NBIC VR, и мы продолжаем нашу игрушку под названием Lies Beneath. Я весь в кровище, в менюшке мне показали, что у меня всего 1% здоровья. Это очень плохо. Надо скушать яблочко, и все будет хорошо. Вот. Руки почти не по локоть в крови. Хорошо. Хорошо. Экс. Вот так берем. У меня два ствола. Ну возьмем вот так еще. Если что кидаться будем, лучше ножик взять, от него больше урона. Так, и куда нам идти? Я лучше вот так, чтобы меньше крутиться. Так. Тут что нам откроют? Навряд ли. Ого. Кричат, бля. Страшно. Ладно, давайте посмотрим, куда нас ведет. Ведет сюда. О! Опа, попал. Ой-ой-ой. Хорошо. О, ты че такой дерзкий, слушай. Куда побежал? Иди сюда, мой сладкий. Сюда подошел. Скибидыщ, бля. Поздно заметил, ну ладно. О! Это глушитель? Мы теперь можем скрытно убивать? Я, если честно, думал, что игра уже скоро закончится. Но если нам дали только глушитель для скрытного убийства, и тут куча топлива, которое надо взрывать, то, я думаю, ничего хорошего ждать не стоит. Оставим пока там. Какие-то ворота мы сейчас откроем. Это что такое, блядь? Что за тараканы? Меня хотят человеком-пауком, что ли, сделать? Минут, манифул, мемори. И... Опа, лови, братан, аптечку. Слышь, а ему насрать. Тихо, тихо. Нельзя боковать. 4 патрона всадил, если не 5. 0 патронов. Это херово. А, еще сверху. Патронов-то нет, вы патроны дайте. Мне и топора нет. Хорошо. С двух отсеялся. Нам здесь дают залутацию, но я думаю... О! Нам нужен топор, я не могу разбить. Бля, не могу разбить, нужен топор. А где нам взять топор? Где мы просрали наш топор? О, здесь тоже патроны. Охереть. Аж 3 тушенки. Чего?
Где-то шумит. А где? Ну, я вроде 100 хп хуповый. Надо здесь найти мой топор. Куда я дел свой топор? Так. О, вот он. Сейчас мы его кидаем. Оба. Без топора это плохо. Блин, а чем разрушить? Блин, два патрона зря потратил. Зря потратил два патрона. Бля, три патрона. Все. Ты сейчас вот издеваешься. Нет, ну серьезно. Ну что, сейчас придется идти за тем ящиком? Или мы не пойдем за тем ящиком? Возьмем пока цесерных, не зря. Не зря здесь накладываю. Хорошо. Где-то еще орет. Блять, он попал. Сгинь. Блин, я думал, он сдохнет. Бля, тихо. Офигеть. Сколько ему у него сандалил? Сколько я в них сандаливаю? Что-то прогрузилось, это не есть хорошо. Но хпшка у нас есть, сохранение. Ля, какие новые. О-о-о-о. Охереть. А как его убивать? Каска, понял. Бля, меня убили, ну серьезно. О, жуть. Чё за чуваки? Хорошо. Надо было так сразу. Вот и все. Вопрос решен. Я всегда боюсь в этой игре разворачиваться. Отлично. Этот жердя опять тут. Надо в сердце это попасть. Охереть. Охереть. Он просто жирнючий. Он жесточе... Просто жирняч. Мы это, получается, можем шуметь и отвлекать их. Мы здесь ходили, получается. У нас ведет сюда.
Мы могли его сюда заманить, по сути, и взорвать. Ну ладно. Опять он. Так, подожди, мы можем его... Мы что-то с ним можем сделать. Давайте совком. Или он так? Мы попробуем его убить. Он побежал. Давай. Снесли кабину просто с выстрелом. Бля, так стрёмно. Бля, опять идти в темные переулки. Мне нравится, что сохранились. Теперь можно обсериваться по полной. Пожалуйста. Только не со спины. Ага. Ты офигел, блин? Ага. Хорошо. Спокойно. Галюнчики уже не такие страшные. В принципе, живем. Какие-то следы. Ты топор отдай. Это он откуда рычит? А. I remember Elder Fisherman. Подожди, он, это он там. А зачем нам сюда? Нам сюда не надо, я думаю. Я думаю, нам надо вот сюда вниз по досточке. Это мы просто взяли. Сейчас на льду буду танцевать с бубном. А! Он убил меня! Он с прыжка меня вынес, алё. Ой. Я что-то очень далеко зашел. Так. Ну хорошо. Так, это нас сейчас напугает. Сука. Ага. Хорошо. Так, они все исчезли. Отлично. Пойдем наверх. Заберем патроны. Кстати, много патронов. Пойдем вниз опять. Попробуем завалить его. Где он там ползает? Фу, бля. Ага. Еще. Где-то ползает, ползает. Очень много ползают. Вы чё, ребята, блядь? Бля, мне мурашки по коже от этой херни. Так. У нас максимум. Хорошо. И что делать?
делать-то что? Вот сюда? Ну, корабль. Ну и... Сколько патронов я по... Сандалил просто так. А, во, вижу, вижу. Все, я не увидел эти деревяшки. Ого. Охеревший, блин. Еще в хлам. Борзота мелкая, блин. Отлично. Просто пробегаем. Они прыгают, интересно. Очень высоко. Не будем проверять. Мы теперь знаем точно, что они ваншотят. Хорошо, вроде ушли от них. Одиннадцатый. Gone fishing. Gone fishing. О, напугали. Так, нам нужно сохраниться, в принципе, на этом закончим. Да. Патроны, тут хилочка. Похаваем. Вот он. Уже на 11-м чаптере. Все-таки как ни крути. О, где вы? Вот так, сюда, около костра. Погреемся. Так. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ниже ссылочка в описании, по-моему, ВКонтакте. Там все VR. Все. Всем пока.